Какие же у нас яркие герои. Увлекаются фольклором. Ни одни посиделки не обходятся без частушек да прибауток. А значит, и фасад дома должен быть под стать им. Рядом с домом делаем фундамент на винтовых сваях. Дом расположен в низине, рядом пруд, значит, в почве много воды. И после зимы обычный фундамент может не выдержать, а винтовые сваи точно не подведут. А вот зачем нам нужен этот фундамент, вы узнаете совсем скоро. А пока вернемся к фасаду дома. Ну а теперь откроем наш секрет. Зачем был нужен еще один фундамент? Дело в том, что дизайнеры задумали не просто изменить фасад дома, но и раздвинуть его, сделать террасу. Классические формы приобрели новое наполнение благодаря высокотехнологичным материалам 21 века. При этом дом стал теплее. Оказалось, что кардинально изменить внешний вид постройки не так уж сложно. А новая терраса не только визуально увеличила дом, теперь здесь появилось дополнительное жилое пространство, идеальное для теплого времени года. Благодаря работе нашего флориста усадьбу наполнили ароматы и яркие краски живых цветов. Но даже когда живые цветы увянут, интерьер останется все таким же цветущим, благодаря удивительному текстилю. Итак, обновленный дом готов встречать своих хозяев.